Я считаю, что сейчас в мире очень благоприятный момент для диалога религий. Я считаю, что то давление, которое объективно оказывается на вот старые христианские цивилизации со стороны новых, молодых, динамичных наций Юга, очень большое. И единственный путь, на самом деле, сохранить свою идентичность – это каким-то образом объединяться, координировать свои усилия, общаться. И, конечно, здесь фактор веры, фактор религии является очень важным. Приход нового папы в Ватикане на престол, человека из Латинской Америки, человека, который хорошо знаком с тем, что такое, например, теология освобождения, то есть движение, которое объединяет политическую сферу и религиозную сферу, это дополнительный фактор вот такого диалога. И в этом смысле я абсолютно приветствую и поддерживаю те шаги, которые делает патриарх. Единственное, что очень хочется, чтобы это были действительно глубокие, продуманные шаги, чтобы это было частью созидательной стратегии, а не какими-то конъюнктурными пиаровскими действиями.